Нас сегодня всех должен был собрать Ford Kuga 2.5 Turbo на Stage 2, но за него будет отдуваться Ford Mondeo 2.5 Turbo сток на механике. Что, не догоняет, что ли? Эвик, Эвик идет по мойке. Ну очень ровно, корпусок Эвик вывез. Готовы? Так, друзья, сейчас будем выяснять, какая BMW быстрее. Раз, два, три! Вот это на яйцу старт! Парни, дизель валит. Я понимаю, там чиф все дела, но и вес разница у них очень большая. Я не ожидал. Так, друзья, сейчас Mitsubishi Evolution. Сток, 280 лошадиных сил. Механика, но выхлоп и кулек другой сейчас стоит против Toyota Carina. На моторе 3S GTE, турбина стоит с 205 мотора. Ну, в принципе, тот же самый мотор, только он стоит из селики GT4. И что еще? Механика, передний привод, едем 60 км в час. Раз, два, три! Андрей, да? Да. Мне надо еще чуть температуру подсбросить, попробовать еще заехать. Давай еще. Раз, два, три. Обалдеть! Мы сейчас взяли, он, наверное, не попал. Он, наверное, не попал. Он, наверное, не попал. Не, машина тормозится, машина. Ёпта! Сейчас уже ровнее пошли. Да, мы сейчас лучше поехали. Ты видел, Эвик, ебать? Я не ожидал. Друзья, сейчас Лада Гранта 1.6 на 106 лошадиных сил на чипе поедет против Kia Cerato 2 литра 150 лошадиных сил. Чип-выхлоп на автомате. Готовы? Раз, два, три! Ты буксовал до хера, да? Может поменьше газку давать? Так, слегонца, потому что тут трасса такая она. А я даже вот сейчас слегонца давал, понял, опять через пол. И сколько он привозит тебе? Бля, на квотер примерно, корпуса 2, да? Хорошо едет. Поедешь с гольфом 1.4 турбо? Какая коробка стоит? ДСГ. ДСГ? Пробег 300, ну я понял. Ну давай отсюда же. Друзья, сейчас Лада Гранта поедет против Volkswagen Golf 1.4 Turbo на DSG. Раз, два, три! Ну кто? Бля, Golf не догоняет? Пи-пи-пи!
боль вырвался. Привез он ей. Так, друзья, сейчас Mitsubishi Evolution поедет против данного BMW X6. 3 литра дизель на чипе. Он вообще в этом заезде, блин, сейчас удивил, как он поехал против 328. Давай, короче, не до знака, а там километров до 160, ну, да. Готовы, парни? На счет 3. 1, 2, 3! Почему привезли Эвику? Да ладно, сука! Он не догоняет! Вот это чип! Парни. Ну, короче, у BMW старт, у меня нет слов. Потому что Эвик, ну, он разнес. Ну, как разнес, ну, корпус он привез, 328. Так, на Эвике был какой-то лак, да, что он сказал? Ну, сейчас еще сделаем, без проблем. Так, готов? 1, 2, 3! Корпус везем. Не догоняет Эвик. Сейчас начал догонять. Ня, не догнал. Передач не попал. Сейчас пули позови. Все, давай. Готов. 1, 2, 3. Вообще старт лютый. Не, он не попал в передачу. Мы ушли от него, короче. Мы ушли. Как в ней? Бля, корч. Корч. Нестабильный корч. Ну, за свои бабки охуенно едет. Ну, в ней опасно, да, вот? Она да, придает ему. Слышь, ну мы бы вас это разъебали бы сейчас. Ну, если бы ехать до Доталова, вообще легко. Не, ну если Доталова. Да. А Доталова это. Мы вот почти догоняли вас, он передачу не воткнул. Воткнул бы, мы бы догнали. Ну, не воткнул в этот раз. Так, Гольф 1.4 турбо против Церата 2 литра. Атмосфера, чип, выхлоп. Готовы? 1, 2, 3! Очень интересно, кто? Гольф, да? Ты, бля, Гольф привозит. Хорошо его привез. Знаешь, что ты туда-то идешь, прям хорошо, а обратно машина не едет. Такая херня. Но Гольф ему хорошо и туда, и туда. Так, Ford Mondeo 2.5 Turbo, 225 сил, да, наверное? 220 сил. 220 сил против Volkswagen Golf. 1.4 Turbo. Готов! 1, 2, 3! Вторая передача, 80. 90, 100. Блять. Ты первый вы. Да ты вовкнул, блядь. На месте, блядь, трое нахуй. Опасно. А можно я с ним проеду на твоей тачке попробую? Можно? Да можно. Один заезд. С места сейчас. Вот теперь более ровный старт получился, чем в прошлый раз. И Мондео начал уходить. Да, полтора корпуса уже привез. Дело было не победить. Ну да, Мондео сильно ушел. Реально сильно. Так, друзья, сейчас, короче, нашел бэки серьезного соперника. Ford Mondeo 2.5 Turbo. Как он просил. Сейчас, короче, поедем с наката, потому что Ford Mondeo буксует постоянно. Якобы. Так что, а у BMW старт, вы сами понимаете, там у Mondeo никаких шансов. Хотим попробовать ходом прокатить. Сколько весит BMW? Тонна 600? 15. 15. Ну, это тонна 600 тоже весит. Но у нас полный привод. 2 литра, а там 2.5. И передний. Готов! 1, 2, 3! Бэхи приходом серьезный, прям такой был с 20.
60. Привет, на чем приехали, какие тачки? Баварские, старые, ведра. Не едущие, да? 540-я? Да. А сколько сил в ней? 286. 286? Да, да. На заднем приводе механик, да? Да. А у тебя 330-я. Это рестайл или нет? Да. 249 сил, да? Поедешь, что это, Карина, на переднем приводе? Поеду. Поедешь? Да. Поехали. Так, друзья, Toyota Carina. 2 литра турбо против BMW E34 540. А заведи, нормальный звукан. Как хорошо работает тачка. Прям очень хорошо тачка работает. Готовы? Можешь опустить окно? Конечно, могу. Как поедем? По пипикой как? Кто сигналит? Сигналь. Давай я. Давай. Вот это старт! Ху-ху! Слушай, да ты на ней молотишь передачи. Слышь, валит тачка, валит. Отпускает все. Андрей, со скольки едем? Вот там, 60. Давай. Давай, 60 км в час. Ты сигналишь? Карина пошустрее, конечно. Вот у Карина норм едет. Здесь старт прям шикарный. Так, друзья, сейчас, короче, мы хотим решить раз и навсегда спор с тройками. 330 F30 рестайлинговая в стоке, 249 сил. Хотим с ней попробовать на BMW X6 3-литра дизель Stage 1. Так как с 328 мы прокатнулись, с 328 мы прокатнулись, мы понимаем, как она едет. Вот хочется понять, есть разница или нет. Готов! Раз, два, три! Вообще едет на ней или нет? Что происходит вообще? Ты 328 так привозил, что ли? Да. Обалдеть! Ты серьезно уехал? Скорость 180. Назад давай, со скольки поедем? 60. Попробуем 60? Давай 60. Готов! Раз, два, три! Корпус BMW. Тройка взяла. Друзья, ну вот новый BMW F30, две штуки. Это дорестайлинговая 328-я, та рестайл 330-я. На 4 лошадиные силы в 330-й больше. И пробега на 100, блядь, меньше. А паспорт, подожди, что у них с паспортом пишут 0-100? На 330-й быстрее? 5,8. А у тебя пишут? 5,9. Ну, сейчас посмотрим. Ну, тут, мне кажется, ну, будет пробег, все зависеть от реакции. Готовы? Раз, два, три! Давай, последний раз с места тоже. Да. Сейчас падем, выстрелим. Еще чуть. Вот, сейчас точком ровно. Готов? Готовы, парни? Раз, два, три! Тут что, он чуть непонятно.
Да потому что в потоке воздуха он стоял за нами чуть, да, поэтому да, начал да, чуть да, отъезжать. Да, такая хуйня всегда. Да. Ну, я говорю, плюс-минус ровно. Да. Так, готов? Готов. С места. Я да. на счет три говорю. Давай. Раз, два, три. Ну вот это у него звукан, конечно. Скажешь, куда 60? Готов? Раз, два, три. Друзья, все, заезды окончились, покатали больше, чем планировали, потому что уже темно. Приехали не все. Кто нас сегодня собирал, тот и не приехал. Но ничего страшного, приехали действительно те, кто хотели покататься, и все покатались. Я думаю, все получили удовольствие, адреналин. Я тоже от этих движений, потому что когда я собираю заезды, друзья, такое ощущение, что сам я катаюсь. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.